Привет, друзья! Хотели бы вы изменить адрес своего канала, своей странички в соцсетях, идентифицировать себя, быть оригинальным, чтоб не было абракадабры буквенно-цифровой, свое имя, собственное, придуманное именно вами. В этом видео я расскажу и покажу вам, как можно поменять свое имя. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, приятного просмотра. Для начала рассмотрим YouTube. Я вот на своем другом аккаунте, и как видим, здесь абракадабра у нас из буквенно-циферного супа. Заходим в творческую студию, здесь выбираем пункт «Канал» и опускаемся ниже, и видим, у нас тут такая вкладочка «Собственный URL». Вы не можете выбрать собственный URL, так как ваш канал не соответствует критериям, невозможно. Нажимаем на критерии и посмотрим, какие же у нас тут критерии. Тут, в общем, идет описание. Так, нас интересует требования к каналу. Нажимаем стрелочку вот эту, и открывается у нас вкладочка. Выбрать собственный URL можно только в случае, если на ваш канал подписаны не менее 100 зрителей, канал был создан не менее 30 дней назад, и в качестве знака канала используется фотография, ну, либо другая какая-то картинка, в общем, аватарка какая-то. И на странице канала настроено оформление. Шапки, плейлисты и все такое. Так. Ну, в общем, тут дальше инструкции и по удалению инструкции. Перешел я на свой основной канал. И смотрим здесь в творческой студии. У нас собственный URL уже есть, включен. Если ваш канал соответствует этим критериям, то вот в этой вкладке вы можете зайти и изменить свой адрес. Адрес вашего канала. Нажимаем, переходим на него. И видим, что мы перешли на мой канал. Он так и называется. Адрес соответствует названию канала. То есть Колянки Нипа. А для изменения уже готового нашего адреса, чтобы его поменять на другой, на какой-то, нужно зайти в справку YouTube. И следуя инструкции по удалению адреса, мы удаляем адрес и создаем новый. Следующий у нас будет социальная сеть ВКонтакте. Это моя страница ВКонтакте. Тут возле аватарки жмем стрелочку вниз, открывается у нас вкладка. Жмем настройки в ней. Открылись настройки, опускаемся вниз. И у нас здесь будет адрес досье. Ну, у меня язык стоит советский. Вот можете, кстати, выбрать тут советский, дореволюционный, какой хотите. Ну, советский прикольный, я его решил поставить, и как бы уже давно в нем. Адрес досье. Нажимаем изменить. И видим, что вот у меня он уже был номер вот такой. То есть и по нему можно еще перейти на мою страницу. Но я поменял на Колянки Нипа. То есть, чтобы можно было идентифицировать мою страницу. Открываем мою страницу и видим, что вот адрес в социальной сети ВКонтакте у меня вот такой вот. Колянки Нипа. Следующее у нас будет Одноклассники. Социальная сеть Одноклассники. Здесь тоже сбоку в правом верхнем углу возле нашей аватарки имеется стрелочка. И здесь нажимаем вкладку «Изменить настройки». Вот она, «Изменить настройки». Перешли мы в настройки, опускаемся ниже, и здесь вот мы видим, у меня уже изменил я адрес, и его больше поменять нельзя. То есть, когда наводишь на него, если у вас еще не поменен, у вас там появится снизу кнопка «Изменить». Вот как здесь, видите? Появляется кнопка «Изменить». Вы на нее нажимаете и меняете свой адрес на какой хотите. Так, вот мы скопировали его, вставляем в адресную строку, переходим по нему и выходим на мою страницу. То есть это уже адрес, присвоенный моей странице.
Следующая будет социальная сеть Facebook. Вот моя страница. Здесь такая же стрелочка у нас сбоку, справа вверху. Нажимаем ее, ищем настройки. Так, в настройках тут имя пользователя Facebook. Нажимаем редактировать и видим поле, в которое можно ввести какой-нибудь наш адрес. Вводим Колян Кенипа. Но с пробелом не хочет. Нам же надо разделить как-то наши слова. Нижнее подчеркивание тоже. Не хочет с нижним подчеркиванием принимать. Попробуем точку. Ну вот, с точкой видим, что можно. Так, ну сейчас выйти надо обратно. В общем, на мою страницу заходим и смотрим, что у нас адрес является, ну, циферная какая-то абракадабра, набор цифр. Так, заходим заново в настройки в наши и меняем имя пользователя Facebook. Нажимаем редактировать и вводим заново наше имя. Так, через точку вводим, чтобы разделить слова. И нажимаем сохранить изменения. Facebook требует подтверждения пароля. Подтверждаем. Ну вот все, изменения у нас сохранены. И теперь адрес страницы моей именно вот так вот и выглядит. Переходим на мою страницу. И вот смотрим, теперь изменилось, теперь нет этой буквенной циферной абракадабры. Теперь у нас тот адрес, который задал пользователь. Следующая у нас будет социальная сеть Twitter. Так, вот моя страница. Здесь мы видим тоже буквенно-циферная абракадабра, которую невозможно запомнить. И вот здесь аватарка наша справа вверху. Ищем настройки и конфиденциальность. Нажимаем и переходим в настройки, в наши настройки аккаунта. Вот здесь видим имя пользователя, вот это абракадабра. Вводим здесь наше имя. Видим сразу подсказку, что точка не котируется, нужно нижнее подчеркивание. Ставим нижнее подчеркивание. Все, имя не занято. Адрес можно сохранить. Нажимаем «Сохранить изменения». Twitter требует пароль для подтверждения. Подтверждаем пароль, сохраняем изменения. Так, страница перезагружается у нас. И видим, что имя наше поменялось. Так, тут ага, сохраняем пароль наш. Вот, переходим на страницу. Так, и вот видим, что на моей странице поменялось имя, поменялся адрес. Его теперь проще запомнить, и как бы читаемость его и запоминаемость лучше стала. Следующее у нас будет Instagram. Меня не было в Instagram, для этого видео пришлось зарегистрироваться. Вот такая вот страница. Тут сразу кнопка у нас «Редактировать профиль». Ну, в Инстаграме проще всего, тут как бы вот сразу имя пользователя. Так, вводим наше имя через нижнее подчеркивание. Так, спускаемся вниз, тут кнопка «Сохраняем наши изменения». Переходим на страницу. И вот видим в адресной строке вот такой вот у нас адрес. Ну, попробуем сейчас отредактировать еще раз. Так, это имя удаляем и пишем его в обратном порядке. Так, опускаемся, сохраняем.
переходим обратно на страницу и видим, что адрес поменялся. Не знаю, сколько раз это подряд можно менять, ну, в общем, два раза подряд я смог поменять его. И вот такое имя у меня теперь в Инстаграме. Следующая социальная сеть — это «Мой мир» от Mail.ru. Но в моем мире нельзя поменять адрес, имя ваше, потому что он привязан к вашей почте. Это как частица вашей почты. Чтобы его поменять, нужно полностью поменять и почту, и аккаунт. Уже как бы будет другой. С этим, который у вас существует, уже ничего нельзя поделать, нельзя никак поменять. Какой существует, такой он и есть. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр.